Пане Романе, Олександр Павлюк визнав, що виграти війну лише на полі бою не можна, і, на його думку, посилені санкції можуть перешкодити Росії збільшити запаси ракет, які вона використовує для ударів по українській енергетиці. І він наголосив, що лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії. Чи погоджуєтеся ви з тим, що все ж таки виснаження на полі бою не покладе край цій війні? Однозначно. Во-первых, уничтожить российскую армию своими средствами мы не можем. Из-за того, что я уже говорил об этом, больше 30 лет власть Украины не создавала армию, а больше ее рушила, нашу армию. То есть разрушительные механизмы, которые были запущены с первого дня в получении независимости Украины, они привели к тому, что мы не удержали российское наступление ни в 2014 году, ни в 2022. Это непосредственное участие наших властей, включая и этих, которые сейчас управляют процессом. Не смогли они подготовиться, не спрогнозировали. То есть такая халатная беспечность, это как минимум, если здесь нет признаков какой-то уже уголовной халатности, так называемой. Потому, естественно, однозначно генерал прав, без помощи наших партнеров мы не разобьем российскую армию. Это одно, но одно дело разбить российскую армию, выдавить ее за границы 91 года, а другое дело завершить войну как таковую. Завершение войны, формула мира, так называемая, она должна состоять из трех слов. Всего лишь три слова, а не 10 пунктов. Три слова — это развал Российской Федерации. Вот это формула мира. И это должна быть конечная цель наших боевых операций, и в том числе с помощью наших партнеров, которые могут помочь этому развалу введением санкций. Только введением санкций, а не снятием. С одной стороны, одна рука вводит санкции, допустим, те же американцы там на углеводородку или на ту же ядерку, а другой рукой снимает санкции в это же самое время, чуть ли не в один и тот же день. Снимает санкции с банков российских. Десяток российских банков сейчас подключены к SWIFT и заходят деньги в российскую экономику. Потому здесь американский санкционный анализм, он закончится в конце концов провалом самой идеи санкционной политики. Она должна быть жесткая и направленная в одну сторону. И закончится эта санкционная политика, должна как раз развалом Российской империи. Вот это будет мир во всем мире, если можно так сказать еще лозунгом прошлого тысячелетия. Пане Романе, ми з вами не вперше говоримо про потенційний ймовірний напад Росії на країни Балтії. І пан Скибіцький в інтерв'ю сказав, що Росія захопить країни Балтії за 7 днів. Час реакції НАТО – 10 днів. Раніше видання The Times писало, що Естонія, Латвія, Литва, вони почали масштабне зміцнення кордонів, найбільш уразливих для атак з боку Росії. І ось такий термін «за 7 днів» – це все ж таки емоційне виказування, спрямоване на Захід з боку пана Скибіцького, чи аби ті відреагували реагували правильно. Чи якщо у росіян буде достатньо сил, то гіпотетично це можливо буде зробити, якщо говорити про такі терміни? Ну, допустим, прямого столкновення росіяни, з прямого столкновення з натовськими странами росіяни починати не будуть. Це буде гібридна війна, така вони її апробували на Донбасі в 2014-2015 годах. И эта гибридная война уже в странах Балтии началась. Мы же это прекрасно уже видим. Там уже начинают прорисовываться такие пророссийские политики в странах Балтии, пророссийские политики, которые неоднозначно отвлекаются о войне с Россией, о принадлежности наших территорий, которые на данный момент захватила Россия. Это уже начало гибридной войны. Инфильтрация российских спецслужб в страны Балтии, она никогда не прекращалась. Они там были взрослены еще 100 лет назад, и там и остались. Потому начало будет именно вот такого уровня. Это Скибицкий о нем просто не говорит, а оно уже идет. На данном этапе оно уже идет. И, допустим, военное вмешательство, военный конфликт, он будет, это уже на излете, то есть это окончание подготовки и начала уже военных действий в странах Балтии. Потому здесь нельзя сказать, что там за неделю.
Это будет года, но эти года уже, то есть это уже происходит. За 7 дней россияне действительно, если они примут решение включить военные механизмы, через какое-то время, это не сейчас. Сейчас россиянам не до стран Балтии. Пока их армия завязла в Украине, до стран Балтии в военном отношении им как минимум лет 5-7 лет надо россиянам для того, чтобы перестроиться, возобновить свои запасы, перестроить армию для того, чтобы двигаться на натовскую страну. И в это время ж натовские механизмы они ж на все это смотреть не будут, потому, скорее всего, это больше из теоретической какой-то возможности, то, что Скибинский сказал, там за 7 дней. Технически это просто невозможно. К тому времени, когда россияне будут сподобиться двинуться в страны Балтии будут напичканы натовским вооружением, и еще большой вопрос, будет ли Российская Федерация как таковая, то есть как объект или субъект права международного в том числе. То есть есть эти моменты, связанные с готовностью и подготовкой к будущим российским наступательным действиям. Они, еще раз повторюсь, натовцами однозначно отслеживаются. Хотя, если смотреть с точки зрения теории и определенных механизмов проведения боевых действий, то действительно россияне, если бы сейчас вот эта полумиллионная армия российская была переброшена на северное направление, то по большому счету действительно за неделю они бы дошли до Балтийского моря. То есть они бы прошили по некоторым позициям, прошили бы пару стран Балтии, так это точно, но со стороны России. Это в основном Эстония бы попала под удар. А пока натовские страны отреагировали, недели полторы-две, это как минимум, если бы это был вопрос, связанный только с реакцией наземной. Но натовские страны отреагируют по-другому, то есть любое движение, любое наземное движение российской армии, оно встретит авиационную компоненту стран НАТО. То есть будет удар в эту же секунду, как только начнется движение в сторону балтийских стран, будет удар авиационными средствами поражения, дальними средствами поражения, ракетами. То есть будет нанесено серьезное поражение россиян на глубину до 2000 километров, до Урала точно. И там просто в конце концов некем будет потом идти к балтийским странам, если перефразировать старые анекдоты наши, то к балтийским странам от россиян к Балтийскому морю одни уши доползут после этого удара натовского. Потому здесь двоякие видения этого вопроса. У Берліні горів завод виробника систем протиповітряної оборони «Айрісті». Про пожежу на металургійному заводі оборонно-промислової компанії «Діл» повідомляло видання «БЗ Берлін». Тут варто наголосити, що це не завод, де виробляються системи ППО «Айрісті», це завод виробника цих систем. Тут, якщо ми говорили з вами про агентурну мережу в Європі, то чи можемо ми припускати, що це могла бути і диверсія, а не якась поломка? Ну, без підтвердження об этом можна тільки теоретично сказати. Однозначно у росіян в Європі десятки, а може і сотні тисяч агентів, які последнее время, за последние там 10 лет как минимум зашли в Европу, и последние 2 года мы видели там достаточное количество российских граждан с российскими паспортами, но они могут быть завязаны на спецслужбы российские, выполнять и такого рода задачи. Понятно, это никак не скажется на производстве, допустим, тех же «Айрісті». «Айрісті» это все-таки система больше радиоэлектроники и ракет. Ну, ракеты — это совсем другая тема. То есть они не выпускаются на других заводах. Но, тем не менее, это может быть такой намек, по крайней мере. Мы в последнее время видели поджог личного имущества хозяина Rheinmetall. Это тоже из общей такой системы давления на германских производителей, потому не исключая возможности, что это была действительно такая серьезная провокация на производителя.